С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля. Показатель МРОТ проиндексируют, и на этот раз его повысят сразу на 18,5%. Новый минимум на 3 тысячи рублей больше, чем текущее значение в 16 242 рубля. Наша съемочная группа поинтересовалась у тверичан, достаточно ли эта сумма, на их взгляд, для комфортной жизни. Недостаточно, потому что цены очень сильно в магазинах выросли, ну и везде на все услуги тоже. Но я считаю, что минимальное должно быть хотя бы 1030. Ну, 19, мне кажется, будет мало, потому что, ну, квартиры, для кого-то еда, одежда, 19 будет мало, я считаю. 1030, может, 40. 19 тысяч рублей – это не та сумма, на которую можно прожить спокойно. А на какую можно спокойно прожить? Ну, я думаю, от 25. 1030, наверное. Да. Где-то так.